Валентин и Михаил – сыновья олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Михаила Девятьярова. Отец с детства прививал детям любовь к своему виду спорта. Теперь братья – титулованные лыжники. Ежедневно проводят тренировки для всех желающих, успешно ломая стереотип о том, что заниматься лыжным спортом можно только зимой. А после зимы, естественно, на 50% тренировочный процесс состоит из лыжероллеров. Плюс добавляется, конечно, и бег, велосипед. А настоящий лыжник – это просто атлет, то есть, который должен уметь все. Он должен быть очень выносливый и уметь хорошо бегать. В принципе, развит и физически, то есть все упражнения может делать, и нормы ГТО на 150-200% перевыполнять. Развивать лыжный спорт братья считают своим долгом. Михаил Девятьяров-младший – мастер спорта международного класса, победитель этапа Кубка мира, чемпион России, был в составе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере. Его младший брат Валентин – мастер спорта, победитель первенства России по лыжным гонкам, первый российский лыжник, преодолевший Red Bull. Спортсмены разработали специальную методику тренировок, которая по большей части состоит из лыжных движений. Она наработана годами в сборных командах России. То есть я поработал и со швейцарскими специалистами, и с немецкими специалистами. Больше я взял, конечно, от своего главного наставника Николая Петровича Лопухова, который подготовил больше 30 олимпийских чемпионов. Мне понравились упражнения, понравилось, что они были разнообразные на все группы мышц. Еще понравилось то, что это упражнения из лыжной техники. Немножко вспомнили зиму, снег, как мы катаемся на лыжах зимой. Лыжный спорт – самый интенсивный, уверены братья Девятьяровы. Во время тренировки задействованы все группы мышц. По словам Валентина, главное в любом виде спорта – далеко не победа. Я думаю, что у нас в России вообще нужно поменять саму специфику, ну, сам подход к спорту. Нам нужно привить, прежде всего, любовь к самому образу, здоровому образу жизни, а не любовь к победам. Потому что в спорте, скорее, главное – это не победа, а именно здоровый дух. Валентин и Михаил друг для друга самые строгие тренеры. Вместе оттачивают технику, записывают на видео тренировку. Это помогает лучше проследить ошибки и потом работать над ними. Сегодня потренировал Валентина. Давно нам не удавалось совместно встретиться на тренировочном процессе. И увидел очень много у него каких-то ошибочек, недостатков. Я думаю, поработаем недельку и вернемся уже хорошей форме. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».